Пишу, пожалуйста, можно? Ну, хорошо. Рассказывайте. Так, эконом-вариант, состав гипердесмо-D. Защита от коррозии, от абразивного износа бетонных, железобетонных, металлических поверхностей. Сохраняет эластичность, да, свою? Ну, 10% эластичности. Недостаток тонкослойный и, повторяюсь, неровности основания. Понял. Дальше. Применяется на паркингах, на стоянках, в нефтеналивных резервуарах. Вот это у нас просто наливной состав для пола лаком покрытый. Вот это он же с чипсами цветными. Наливной пол. Довольно да, гладкий. Да, эластичный. Это тоже он же. Так, это старые образцы. Это высоконаполненное полиуретановое покрытие гидроизоляционное. Это прочная такая шершавая поверхность. Да, она, собственно говоря, да, разные связующие могут быть. Более эластичные, более твердые. Более твердые — это те же самые паркинги, парковки. Значит, более эластичный есть вариант. Он используется на эксплуатируемых кровлях, на вертолетных площадках. Вот, как при новом строительстве, так и при реконструкции старого. Вот это оно уже. То же самое, расцветка. Да. Вот это гидроизоляция. Ремонт наплавляемой кровли. За образец взят унифлекс. Нанесен первый слой полиуретан-битумной мастики, второй слой полиуретан-битумной мастики гипердесмо ПБ, либо второй слой мастики просто гипердесмо серый. Но со временем она, видите, потемнела, меняла цвет. Видимо, битумная составляющая чуть-чуть через поверхность. Ага, а при воздействии ультрафиолета с ней что будет происходить? Ничего не будет. Понял. Интересное покрытие. То же самое, только с промежуточным слоем армирования. Армирование полиэтиленовым полотном — это для разрушающихся поверхностей. Когда в плохом состоянии, да. Там пузыри, когда вырезаются, трещины закрываются армированием. Значит, это еще с защитой песком. Вот здесь простой песок, здесь красивый кварц на мастику гипердесмо нанесен. Тоже как эксплуатируемый вариант, там дорожки ходовые на кровле могут быть. Если она по жесткому основанию, может быть, какая-то кафешка лишняя. А вот если таким вариантом покрыть купол, это дополнительно нужно смешивать сразу с гипердесмо или посыпать сверху? Это как-то посыпается сверху, на вертикальных поверхностях будет плохо ложиться. Это горизонтально хорошо. А у вас же купол наклонный. Сверху-то будет насыпаться. Она прям сила насыпать, если здесь, она здесь насыпается с избытком. На следующий день все излишки сметаются, чтобы не было проплешин. Иначе... Вообще интересно вот это очень покрытие такое. Ну, это на эксплуатируемых кровлях. Ну, вот как... оно, вот оно может быть такого цвета. Вот на вертолетных площадках вот такое вот делали. Как камень зеленое получается такое. Интересно. При этом оно эластичное. На самом деле оно не рвется, не ломается здесь за счет армирования и эластичных смол. Да, вот гипердесмо, просто мастика гипердесмо с армированием полиэфирным полотном. Вот оно. Вау! Вот такой вот. Это, да, это делали образец для гидроизоляции эксплуатируемой кровли гостиницы «Амбассадор». Ну и для океанариума «Нептун». В общем, все это прошло. И эластичность кровли сделали. Супер, конечно. Это, да, здесь нас... мастика гипердесмо нанесена разных цветов по фальцевой кровле. Фальцевая — это металлическая, то есть. То есть с оцинковкой еще может быть, да? Да, тоже, да, да. Это уже оцинковка по типу схемы. Это мастика гипердесмо под плиткой. Ну, здесь мозаика показана, может быть, под плиткой. Это может быть те же самые эксплуатируемые кровли, либо санитарно-технические помещения, там бани, джакузи, прочее. Вот это образец герметизации деформационного шва. Полиэтановым герметиком. А, это герметик, да? Да. А герметик в тубах и... В тубах 600 мл. Вот он показан. Какая цена 600 мл? 380 рублей. Ну, это дороговато. Ага, а какой вам надо? И дешевле? Нет, дело в том, что стыки очень большие, поэтому там герметиком очень много его уйдет. Расход будет большой.